женщин с высокой самооценкой видно издалека. Они выделяются из толпы, притягивают взгляд, вызывают восхищение и зависть. На них обращают внимание не только мужчины, но и женщины. Они всегда выглядят опрятно и ухоженно. Эти красотки умеют подчеркнуть свои достоинства, скрыть недостатки с помощью одежды и аксессуаров. Психологи заметили, что во внешности самоуверенных женщин есть общие черты. Практически все они делают выбор в пользу 6 вещей, которые подчеркивают их женственность и статус. Туфли на каблуке являются воплощением женственности, изящества и сексуальности. Конечно, речь идет об элегантных лодочках на каблучках, а не о сапогах на грубой тракторной подошве. Да, эта модель очень неудобная, но красота требует жертв. Высокий каблук делает свою обладательницу визуально стройнее, удлиняет ноги. Конечно, такой обувь сочетается с элегантной одеждой, а поэтому получается очень привлекательный образ, особенно для мужчин. Качественная красивая сумка отображает статус своей владелицы. Она поможет завершить образ или преобразить его. Но речь идет не о дешевых аксессуарах, а о действительно качественных и дорогих вещах. Кстати, уважающие себя женщины считают, что лучше иметь одну брендовую вещь, чем несколько подделок. Настоящие модницы тщательно продумывают образ, уделяя особое внимание выбору сумки. Если бюджет красотки ограничен, то она выбирает аксессуар, который сочетается с разными стилями. При этом не обязательно, чтобы цвет обуви и сумочки сочетался. Можно использовать ее как яркий акцент. Пальто завершает модный лук, поэтому оно должно отвечать модным тенденциям. Этот предмет гардероба удачно подчеркивает достоинство фигуры, делает образ женственным. Можно выбрать модель для любого типа фигуры. При ограниченном бюджете лучше отдавать предпочтение классическому стилю и базовым цветам – черный, темно-синий, пудровый и так далее. Женщины с высокой самооценкой делают выбор в пользу пальто или тренча, так как эти предметы гардероба позволяют сфокусировать внимание на талии, длинных ногах или зоне декольте. Но это не значит, что нужно показывать все свои достоинства одновременно. Достаточно обыграть что-то одно, например, талию с помощью пояса. К выбору аксессуаров леди с высокой самооценкой тоже подходят тщательно. Стильные очки, оригинальные бусы, брендовые часы, дорогие серьги – это обязательные элементы шикарного образа. Ни один модный лук не будет считаться завершенным без аксессуаров. Благодаря им наряд становится более самобытным и гармоничным. Модные аксессуары связывают разные элементы образа. Например, очки давно перестали пользоваться только для защиты от солнца. Они стали частью имиджа успешной красивой женщины. А стильные часы подчеркнут хрупкость тонкого запястья и также выделит женственность владелицы. Самоуверенные девушки чаще делают выбор в сторону юбок и платьев. Они подчеркивают их женственность, позволяют создать шикарный и соблазнительный образ. Благо, выбор модели сейчас большой. Платье с запахом, юбки плиссе или карандаш немного ниже колена с завышенной талией, изящные макси и что-то подобное. Главное – выбрать модель, которая идеально подойдет именно вам.
Брюки женщины с высокой самооценкой носят нечасто, но они выбирают модель, которая идеально им подходит. Здесь важно все – правильный фасон, посадка, цвет. Модель должна быть идеальной, чтобы подчеркнуть достоинство женской фигуры, но не выглядеть пошло или грубо. Все перечисленные элементы являются важными составляющими образа женщины с высокой самооценкой. Ведь своим видом она транслирует окружающим, что достойно только лучшего.